Приветствую вас на моем канале. Меня зовут Лилия Донскова. В этом видео я вам покажу, как сделать заказ из каталога Премьер Клуба. Этот каталог доступен всем, кто по прошествии предыдущего каталога суммарно разместил заказы на 150 баллов и выше. Такая возможность нам открывается уже на второй неделе текущего каталога. Вы заходите, как обычно, в свою корзину. Добавляете продукты из основного каталога, те, которые вам нужны, если они нужны, конечно, и нажимаете «Далее». И вот здесь появляется вот эта вкладка «Поздравляем, вы получили доступ к специальным предложениям на наши продукты со скидкой от 70%». То есть все, что здесь есть, вы можете добавлять себе в корзину. Потом можно удалить, конечно, если не передумаете. То есть сначала мы листаем полностью каталог и смотрим, что интересненького, что нам нужно. Ну, давайте я вам расскажу, что в этом каталоге и что мне особенно нравится, чем я пользовалась, поделюсь своим впечатлением. Конечно, смягчающее средство – это мой любимчик. Все время его заказываю. Дома сейчас посчитала, открыто 6 штук с разными вкусами. Это то, что в зоне досягаемости. А еще есть у дочки, не знаю сколько, но один у нее точно есть свой. Прикольная штука – это мерцающий лосьон для тела. Он так, с такими легкими, во-первых, это легкий будет аромат, и, во-вторых, кожа будет блестеть. Классно такой лосьон использовать, когда вы куда-то идете там на вечеринку, вам нужно особо круто выглядеть, и можно носить на зону декольте, на руки, если ноги открытые. Очень красиво это смотрится, особенно летом, когда загар. Перчатки для ухода за кожей рук. Прикольная штука, но я, честно, не пользуюсь, хотя надо бы. Несколько раз я ими пользовалась, у меня, конечно, они есть. Но я их все время обнаруживаю у себя под подушкой. То есть они мне, видно, мешают спать, и я засыпаю, потом их снимаю и кладу себе под подушку. Шикарный аппарат для очищения кожи Skin Pro. Это наш первый аппарат. Сейчас, видите, на него хорошая скидка идет. Если у вас нет возможности заказать аппарат, который сейчас в каталоге идет, новинка 3 в 1 Skin Pro Sonic, то, конечно, да, там он стоит 4000, то, конечно, выгодно взять за 1599. Аппарат классный, он нужный. С ним нереально просто круто идет очищение кожи. Поры очищаются, состояние кожи заметно улучшается. Например, я сначала пользовалась таким аппаратом, когда вышел новый, я сразу заказала его. А у кого есть скидка 50% премьер-клуба, воспользуйтесь этой скидкой, выгодное предложение. Далее, кисть для пудры, хорошая кисть серии Giordani, она закрывающаяся такая, у нее колпачок закрывается. Это удобно, особенно если, например, носить с собой, чтобы кисть не пылилась, не пачкалась. Она герметично закрывается. И можно с собой набрать рассыпчатую пудру в эту кисть и один раз в течение дня припудриться. Про кошелек классика ничего не могу сказать, потому что у меня его нет. Как дальше листать каталог? Либо нажимать вот на кругляшочки внизу, либо на стрелочку с правой стороны. То есть справа-слева стрелочки мы перемещаемся, куда нам нужно. Далее, декоративные наклейки для интерьера. Мне кажется, это уже не актуально немножко. Новый год прошел, а там, по-моему, такая новогодняя тема. Расческа. Плохо вижу, какая расческа. Смотрите, как же сделать, чтобы понять, что это за продукт. То есть мы берем... Ой, перелистнула. И вот этот код 29277 мы вбиваем в поисковую строку 29277. Правильно набрала? Oriflame. Так, вот картинки по запросу Oriflame. И смотрим, какая у нас расческа. То есть это обычная, тоненькая, удобная расческа для того, чтобы делать рядок, расчесываться аккуратненько. То есть она плоская, ну, хорошая расческа. У меня такая есть. Далее, комплекты шапки и варежек. Ничего не могу сказать. Ну, мне кажется, я их видела, но мне показалось, что это тонковатый такой комплектик. И варежки были немного не по руке мне. У меня среднего размера рука такая, не крупная, не маленькая. Как-то я помню, что мне что-то было не очень комфортно. Поэтому все-таки, если есть возможность у кого-то из ваших знакомых померить, у наших лидеров, может быть, есть свое впечатление. Или посмотрите обзоры. Кстати, тоже классная подсказка, как искать более так внимательно, чтобы посмотреть, как это все, мы можем делать таким образом. Также код 29294 вбиваем. 29294.
Oriflame. И здесь мы можем, вот, смотрите, сразу открывается видео. То есть вы можете посмотреть видеообзор и более внимательно увидеть, тем более Оля, она так хорошо всегда показывает, демонстрирует продукцию Oriflame и аксессуары. Вы точно увидите, нужен ли вам этот комплект или не нужен. Так, далее. Спортивная куртка Wellness. Да, куртка, ой, пропустила. Прессованное полотенце, кстати, хороший подарок, всего 79 рублей. Как в подарок сюрприз, сувенирчик, который потом можно бросить в воду, и расправляется красивое полотенце. Спортивная куртка Wellness. Я так понимаю, здесь два размера, побольше и поменьше. Я такую куртку не брала, ну, просто за ненадобностью. А по качеству она мне понравилась. То есть эта куртка действительно хороша для прогулок, для пробежек, для занятий спортом. Так, далее. Даже три куртки, значит, три размера. Кольцо Глория. Ну, тут все понятно. Золотой шарик. Кисть Кабуки. Вот кисть хорошая. Действительно интересная форма. Красивая кисть. Вот этот красный ворс. Ну, у нее короткая ручка. То есть, если вы любите такие кисти. И она не герметичная. Так, набор украшений для волос. Тоже можете посмотреть через поисковик. Подарочная коробка. Вот это классная коробка. Я такие брала на Новый год. Очень удобно в них складывать продукцию. И очень хорошо она закрывается. Вид респектабельный. То есть прям вообще просто супер. Так, набор серег. Серьги у меня такие есть. И они мне очень нравятся. Я их рекомендую. Здесь получается 4 серьги. Сережки. Две будут с розовыми камешками, одна такие с зеленоватыми и одна с янтарными. То есть желтый янтарный цвет. Очень прикольные их на лето, особенно под всякие легкие летние сарафанчики, кофточки, маечки. Они такие веселые, яркие, привлекают внимание. То есть я их прям очень полюбила. Так, ожерелье со сферой. Всего 159 рублей. Красота. Очень стильное ожерелье. У меня такое тоже есть, нравится. Прям, не знаю, я как его увидела, сразу влюбилась. Я его ношу очень редко, но просто из-за того, что он мне так понравился, я не смогла его пропустить. Так, какой-то дорожный набор. То же самое, через поиск открываете, смотрите, что за набор. Я, честно говоря, не помню, что там в составе. Так, массажное мыло. Респект, мыло крутое. Очень рекомендую, мыло прям хорошее. Так, дальше. Салфетка для умывания. Нет, у меня опыта с этой салфеткой. Набор платков с принтами. Я так понимаю, что это тот самый набор с бабочками. Два красивых больших платка, которые можно между собой миксовать, то есть как-то связывать, там наматывать на себя. То есть получается прям сарафаны такие, пляжные комплекты. Супер просто. Так, пляжный платок сарафан. Если мне не затрудняет, не изменяет, вернее, память, то это тот самый платок-сарафан, который у нас с сеточкой. Очень красивая штучка. Прям, честное слово, если это она, давайте посмотрим. 309,45. Убиваем. 309,45. Смотрим. Да. Это пляжный платок-сарафан. А, можно было картинки нажать. Да, это то самое, о чем я думаю. Очень красивая штучка, действительно такая прям яркая, интересная, пляжная. Если вы любите путешествовать и частенько бываете где-нибудь на морях, океанах, то такая штучка вам нужна. Но она не очень большая, то есть не на большие размеры. Так, сумка с платком, красивая. Она как будто бы сделана так с растяжкой от оранжевого к ярко-розовому переход. Сумка массивная, но очень легкая. Мне это в ней понравилось. Дизайн у нее такой необычный. И еще платочек, который можно привязывать на ручку, можно на шею, на голову. Такая, ну, хорошая, как сказать, деталька, дополнение. Так далее. Двухцветные тени для век, серебристая дымка. Ну, понятно, серебристый. Два. Один посветлее оттенок перламутра, и другой более матовый, по-моему, там оттенок. И такой темно-серый цвет. Пляжная сумка. Шарф с кисточками, это все через поиск смотрите. Гель для укладки волос. Кстати, классная цена и классная вещь, кто пользуется. Это прям обязательно нужно, нужно прям брать себе обязательно. Тоник-активатор роста волос.
Ребят, он работает, если пользоваться каждый день. Там даже написано 1-2 раза в день. Его смывать не надо. Но тогда он будет давать эффект. Если вы будете, как я делать, я его купила, поставила на полочку и просто на него любуюсь. Эффекта такого не будет. Так далее. Очень много бижутерии. Серьги-трансформеры. Вот гель для душа свежесть Исландии. Хорошая цена. Мыло. Опять серьги. Очищающий гель для рук. Запасайтесь. Нужная вещь, необходимая, чтобы у каждого в сумочке была. Сейчас столько инфекций, столько всяких бацилл и так далее. В транспорте проехались, обязательно вышла из транспорта, ручки помыла. И частенько бывает, что-то там перекусить, что-то сделать нужное, где-то что-то чешется. Лучше вот взять этим гелем и обработать. Особенно у кого дети маленькие. Прям обязаловка, чтобы в сумочке лежала такая штука. И пользуйтесь обязательно. Крем для рук «Шелковая нежность». Сам по себе крем хороший. Аромат мне вот здесь не очень нравится, какой-то немножко навязчивый. Так, браслет, кофт. О, кстати, красивые такие вот эти вот штуки, ожерелье со съемными подвесками. Прям здорово. Я снимала обзоры по этим вот аксессуарам. Помню, мне очень понравилось. И очень прикольный кошелек со съемным ремешком. Такой полосатый, прикольненькая штучка. Так, сумка-рюкзак. Я ее не очень ценила. Шапка с отворотом тоже мне не как-то не понравилась. Такие цвета непонятные, бледнячие. То есть нужно что-то подбирать, подо что подойдет. Не знаю, не вызвало у меня яркого впечатления этот аксессуар. Не брала. А вот крем для рук, набор кремов для рук, очень интересные. Там маленькие три кремика с разными ароматами. Они небольшие, может, грамм по 30 каждый. То есть такие прям милашки, мелкашки. Но ой, они очень классные, прям вообще. А вот это мыло я обожаю, знойная танзалия. Такой вкусный, сладковатый аромат. Так далее. Шапка в подарочной коробке. Ну, здесь у меня вообще без комментариев. Я не видела, не мерила. Ищем через поиск. Лаки Джордани Голд. Классные, красивые, какие цвета. Бургундское вино, классический красный. Прям вау. Увлажняющий гель для умывания. Супер, всего 159 рублей. Хороший гель из серии Optimals. Действительно, прям неплохой. У меня дочка таким пользуется. Шикарные рассыпчатые румяна. Просто шикарные. У меня сейчас есть такие румяна. У меня есть клиенты, которые их заказывают постоянно, когда в каталоге видят. Так далее. Смягчающий тоник Novage. Тоник есть тоник. Он классный. Так, лак еще один пыльный розовый Джордани. И крем для рук пряный цитрус. Ой, потрясающий крем. У меня сейчас как раз такой есть тоже открытый. Я обожаю этот аромат. Кстати, в этой серии есть еще мыло. Сейчас посмотрим, может, оно тоже здесь есть. Нет, вот оно просто классное. А вот антибактериальное средство, чайное дерево. Как же я его пропустила? Добавляю в корзину, смотрите, нажала. Он тут же тут выскакивает. Потом обязательно нужно будет еще раз, когда уже все положили в корзину, еще раз нажать «Добавить». Так, продолжаем. Два карандаша из серии Very Me, по-моему, это еще та серия. Двухсторонний оранжевый, черный и желтый аквамарин. Неплохие карандашики, если вам нравятся такие сочетания, будете пользоваться, конечно, берите. Мыло, рождественский пирог и такой же крем. Слушайте, у них такой чудесный аромат, просто прелесть. Так, крем для тела. У этого крема, как я помню, небольшая дозировка, то есть упаковка, не дозировка. Вес, надо правильно сказать, а то будете на меня ругаться. А там, по-моему, то ли 200, то ли 150. То есть также вводим через поиск и смотрим, что и так далее. А можно еще вот так сделать, например, добавить, потом добавить в корзину. Сейчас я вам покажу, как еще можно посмотреть. Давайте закончим. Так, продолжаем. Так, еще лаков. Сколько лаков? Ну, выбирайте на любой вкус. Океанская волна всего 79 рублей. Теплая охра всего 79 рублей. Обалдеть. Шампунь для сухих волос. Блеск для губ с эффектом сияния. Вот шампунь, кстати, хороший. Здесь, наверное, 750 миллилитров. И это очень крутое предложение. Всего 319 рублей. Прям классное предложение. Так, дальше двигаюсь. И еще один шампунь уход 2 в одном для всех типов. Он, кстати, такой только закончился. Очень понравился. Все им пользовались с удовольствием. Так, вот все посмотрели. Шариковый дезодорант остался лидер.
классный аромат, супер просто, вот муж, для мужиков супер. Мы Мише взяли такой парфюм, сначала мне не понравилось, я такая, фу, что-то не то. А через несколько дней я говорю, слушай, классно пахнет. Он говорит, так, конечно, классно, если мне не понравилось, я бы не пользовался. И крем для рук, приятный сюрприз. Даже хорошенький крем, хорошая цена на подарочки. Итак, нажимаем «Добавить». Он у нас появляется в корзине. Мы идем в корзину. Сейчас вернусь. Корзина. И вот здесь вот у нас три продукта. Мы нажимаем так «Раскрыть» и нажимаем на крем. Должно сработать. Да, 200 миллилитров. Видите, да? То есть он так стоил 400 рублей без скидки. Возвращаюсь обратно. И, например, мне нужно посмотреть еще что-то. То есть вот здесь нажимаем на стрелочку, раскрываем. Нажимаем шампунь для сухих волос, смотрим. О, кокосовая пшеница, классный шампунь, прям отличный. Он именно для сухих волос очень хорош, очень. Так что все. Ну, а дальше, как обычно, сохраняете заказ, проверяете все. Я сейчас просто еще поколдую немножечко над заказом. Я еще хочу посмотреть что-то взять из спецпредложения. А куда оно у меня пропало? А все? Все? Пропало? Больше ничего не будет? Хорошо. А, вот здесь мы нажимаем «Изменить». Вот. И можем дальше продолжить добавлять, добавлять, добавлять. Просто мне здесь еще что-то понравилось. Я хочу посмотреть и добавить. Ну, а далее понятно. Далее. Да, добавить. Добавилось, все пересчитывается, все скидки проходят, доставку и так далее. То есть здесь я буду колдовать, а вы уже знаете, как это делать. А если не знаете, то смотрите видео, как сделать заказ. То есть как выбрать доставку, как оплатить и так далее, и так далее. Всем приятных покупочек. Надеюсь, мое видео было полезно. Если есть вопросы в комментариях, пожалуйста, будем общаться. И до новых встреч. Пока-пока.